в армянских СМИ были опубликованы изображения села Забух в Лачине. На кадрах заброшенные, разрушенные и сожженные дома. Глава так называемой администрации Лачина Нарек Алексанян сообщил о последней ситуации в Лачинском районе. В целом, армянские источники сообщают, что в Лачине еще осталось 3-4 семьи, и вскоре они покинут регион, передает Аззи Ас. Большинство жителей уже покинули место. В настоящее время в районе остается около 20 человек, включая нас. Здесь проживает 3-4 семьи, сказал он. Алексанян сообщил, что при эвакуации жители смогли взять с собой свои личные вещи. По его словам, большая часть покинувших Лачин уехала в Зангезур, а несколько человек перебрались в Хан-Кенди и районы, находящиеся под контролем российских миротворцев. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!